Всем привет, друзья, с вами, как всегда, Dryer51Rus. Значит, сегодня поедем, как обычно, версия игры у нас 0303.16, версию 0303.16 и версию 13.04.14 старую, на которой можете проверять моды, конвертить, там делать пираточки, работают через Steam, играют. Можете скачать под видео на канале и в группе. Также программки для записи видео, которые пишут видео с экрана, игровое видео, программу Merrill Action и Bandicam также присутствует под видео на канале. Photoshop, кто занимается работой с текстурами, конвертит машинки, делает там что-то, переделывает, также найдете ссылочку там. Кто уже пишет видео, у кого там есть подписчики, ссылка на партнерскую программу VSP Group, там без проблем выплачивают денежки ежемесячно, никаких проблем, на любой кошелечек там, какой у вас будет. Также можете найти под видео на канале, подписывайтесь на канал, ребят, подписывайтесь в группу. Сегодня, значит, поедем на Renault Magnum 10 на 10. Сейчас, чтоб никто не прилипал, поедем на побережье. Сконвертил я вот сегодня данную машинку всем с 13.04.14 версии знакома. И погоним на побережье, прокатим ее, посмотрим, что к чему и почему. Значит, вот она машинка, всем она известна. Я на ней прописал свет, присутствуют карданы, анимация кабины, анимация брызговиков. Также у нас присутствуют колесики. Такой вариант. И вот дефолтный, который были с цепями у нас. Значит, из аддонов пока сейчас запаска только. Фары спереди. Седло. Это стандартный его. Ну и поедем. Давайте гараж оттараним. Седло мы снимаем, потому что еще там ничего не прописано. Прицепим обычную сцепку. И прицепим свой звук, естественно, у него, у данного автомобильчика. Привод не как вот был конверт, без анимации кабины, карданов, брызговиков. То есть задний привод у него как положено. Потащим в гараж, короче, парни. Так, с задним приводом, естественно, подсветочка, видите, присутствует тут. Свет врубается, сзади габариты горят, все. Анимация брызговиков у нас есть, смотрите. Все болтается как надо. Карданчик. Увидим, не увидим. Должны были увидеть, только показать вам надо. Блин, прям под полкой там. Вон между колесами, видите, кардан вот такой вот. Он идет тут и на заднюю ось. Все там крутится. Крутится, работает. Значит, присутствует все. Так, и поедем. Не знаю, как и поедем-то. Как бы тут, чтобы не сесть-то где-нибудь по самые помидоры. Так, сейчас подождите, соображусь с мыслями. Соберусь. Так. Ну ладно, давайте попробуем прям через болото проехать. Чё, поехали? Так, поехали. Ох, блин, что-то я сразу в не туда. Камера с кабины. Водила сидит, кстати, водила уже не было на той версии. Руль, конечно, тут не попадает по углу, поэтому, ну, рулит вроде. Вроде рулит, короче. Переделана коробка. Вес автомобиля. И по проходимости он, конечно, будет уже посложнее. Так, анимацию кабинки там как бы посмотреть. Вот если приглядеть, видите, кабина болтается.
сильно не стал ее там закрутить, чтобы она болталась. Шевелится и нормально. Небольшая анимация присутствует. То есть все отлично. Брызговики, карданы, водила. Все как надо. Едем, короче. Заправляться не будем. Почти 200 литров. Я думаю, до гаража нам хватит допилить. Едем. Поедем, наверное. Давайте отсюда попробуем. Не полный привод, так. Зато все в натурале, как говорится. Поедем, значит, отсюда. Свет выдумаем пока. Не нужен он нам. Колеса все пачкаются, значит, как и надо. Ну все, теперь надо газу. До отказу. Все, поплыли. Ух. Я думаю, должен проехать-то. Нормально тащит. Все отличненько. Надо нам встать как-то красиво. Опа. Встанем уже, короче. Щелкнем скрин, естественно. И погоним дальше. Лишнего ничего я навешивать на него не буду. Он тягач, поэтому тягач будет у нас с длинными прицепами. По дефолтам посмотрим, если можно будет что-то подогнать, подгоним. Ну, конечно, колоса здоровая, блин, вообще жесть. Надо уметь на таком динамере чесать тут. Что-то бак-то у нас горючка покраснела. Ну все, погнали. Сейчас поближе подъедет, скрин попробует бабахнуть. Давайте такой сделаем скрин. Эй, Вася. Поедем в дальний гараж. Заодно по грязи его проверим, как он тут прет. Тащит, не тащит. Ну, я думаю, должен тащить. Давай еще завались мне на бок. Отлично, парни, едем. О, видите, кабина болтается.
давайте вырубим. Посмотрим, как у нас колеса работают. Дифференциал сзади у нас работает отлично. Все, блокируем, погнали, короче. Так можно долго смотреть на все это дело. В принципе, видите, ребята, на нормальной карте он нормально едет, там где грязи по уши нет, по самые помидоры. Хотя, я думаю, любители могут загнать такую машину по самые помидоры. Мы, народ, не ищем легких путей, как говорится. Приехали мы, ребята, в гараж. Сейчас бы никого не будет. Ну, я могу. Ну, все отлично, тогда мчались. Гараж у нас здесь. Разгружаемся. Давайте чуть для полного счастья цистерну прицепим. Привезем топливо. Да? Упс, не то. Вот. Вот и все. И нет прицепа у нас. Как так он отлетел? Я что-то не понял. О, давай, давай, поехали. Хотя все отличненько там сидело, я не знаю, что она отскочила. Ничего страшного, сейчас прицепим новую. Распродажа сегодня в гараже цистерн. Что-то она вообще какая-то шальная, там цистерна плохая, неудачная. Давай, родной. Соляру. Так, тут заедут этот час. Есть, нету, есть. Что она турист? Да вообще какая-то ленивая цистерна, смотрите. Такого, блин, не должно быть просто. Берем батон. Говоришь-то. Это не серьезная цистерна. Причем цепляется-то все там. Там у нее нету этой шляпы прицеплялки. Все отлично там подогнано. Цистерна не в дугу. А сейчас мы ее заправим и ее стопудово потеряем. Стоят, отщелкивается. Че сказать, моды нормальные, дефолт говно, это камень в огород разработчиков игры.
Бах, она прям упала, смотрите, просто на крылья села. Как такое можно возить? Сейчас чуть она зацепись и отскочит, наверное. А я ж не поеду где? По ровному асфальту, да? Поедем, как обычно, через жопу. Ну отскочит она все, я даже не буду подцеплять. Автомобиль адекватный, задний привод, но адекватный. То есть, видите, буксует потихонечку, но ползет. Я вот наделаю с удовольствием на нем, прокачу какую-нибудь карту, я думаю, что еще и не одну. Странно, что она еще не села тут нигде. И нигде я тут не перевернул. Я обычно кувыркаюсь все время где-нибудь. Просто уже на руку поднабил, что-то сразу я как-то под на это сконвертил. И как-то она хорошо сразу пошла. Ну тут-то сейчас стрянет, наверное, по любасу. Все, походу. Ее стопудово держит прицеп этот. Давай, давай, поехали. Вот наверняка, я думаю. Вся шляпа из-за прицепа. Все, раскачаем. Понижаечку. Подъеме по любасу надо придется лебедку дергать, ну не без этого. В общем, попробуем по краешку, может, так мы пройдем. Урчит вообще прикольно. Вот так вот, ребята, не все коту масленица, видали? Мастерство не пропьешь.
Так вот ездят профессионалы. Полной цистерной, ребята, 3200. Соляры, задний привод. Рено Магнум. Пропер спокойненько. Так что вполне адекватный для профессионалов. Адекватный автомобиль, ребята. Все отлично едет, везет. Главное уметь. Что сейчас маханем еще в оборот, наверное, там по Любасу, там где обычно я люблю кувыркаться. Сейчас посмотрим, как пойдет. Блин, тут-то точно он будет брюхом, наверное, цепляться за эти бугры. Мы по краешку. О, блин, сейчас я тут залезу в эти камни. Давай, 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 давай. Вытаскивай. Все отлично, ребята. Побережочку сейчас мы тут. Аккуратненько его. И таранина. Фиг, как обычно, не клопнется, да? Было бы все хорошо. Давай, 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 забирайся, забирайся. Блин, еще камень под колесо попал. Что за черт? Побери. Сейчас точно стрянем, блин. Сходу не взял. Впереди Магнум рубит. Вообще отличненько. Ну, погнали. Пять баллов. Ну, давай уже переехали. Сейчас под бережочку да вставим, наверное. Грязь туда не полезу. Поеду тут. Откуда вообще можно напрямки сидеть, ко мне нету. Короче, камни-то тут на выезде, оказывается. Давай назад. О, там еще и грязь. Берем батон. Давай, 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 давай. Камень, ё-моё, вылезает. Засадил на камни, походу. Давай, 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 давай. Пошёл.
французик. Сейчас не войти. О, звали Джон Меринетрон. Писались. Профессионал. Сразу видно. Так что вот, ребята, будет такая доработочка данного автомобильчика. Именно задний привод, именно тягач, будет машинка без всяких там манипуляторов и всего остального. Так что пачка урона, никакой лебедки, все отлично. Видите, ребята, все как надо. Вот так он будет. Видите, у нас со светом еще поработаю, будет обязательно синхронизация света, будете видеть на мультиплеере. Ну что, ребята, всем, кто смотрел, спасибо за обзор, ставьте лайки, подписывайтесь на канал, группу, все ссылочки, которые будут интересны, на игру, на моды мои, доработки, все будет у меня в группе, ну, под видео на канале, там по возможности будут ссылки. А так переходите, ссылка на группу тоже будет, на партнерскую программу, кто хочет записывать такие же видосы, кто хочет делать такие моды, там конвертить, учиться, смотрите видео на каналах, все это есть в группах во многих. Так что всем удачки, всем пока, до новых встреч.